И всем привет, с вами Аль, я новый ведущий канала Ростиксон. И если ты хочешь узнать про меня подробнее, заходи на мой канал, он ссылки в описании. Там выйдет ролик про меня, я расскажу про себя, что я делаю для Ростиксона. И в целом, что я делаю в жизни, чем я занимаюсь, чем увлекаюсь и многое другое. И я тебя жду там, заходи, подписывайся. А теперь ролик. А сегодня у нас ролик про стартап. Да, у нас был уже такой ролик про стартап. Он ссылочка в описании, ты можешь его посмотреть. Но тот ролик был поверхностным. Этот ролик будет разделен на 4 части, и все будет более подробно. Так что подпишись, поставь колокольчик, чтобы не пропускать новое видео, которое выйдет очень скоро. Кстати, у нас есть плейлист, где собраны все ролики про Gate.io, там около их 50. И они очень интересные и познавательные. Для тех, кто хочет узнать про Gate чуть больше. И еще есть телеграм-канал. Там Ростиксон рассказывает, что покупается в крипте, что с ними делает. Недавно он рассказал, как он продал почти все при битке 60 тысяч долларов. И пока что он прав. И недавно рассказал, как он участвовал в аирдропе, где надо было просто свапнуть. Так что подписывайся. Сейчас в Gate.io стартапы выходят очень часто. И это круто. В стартапе в Gate.io, так сказать, три категории. Airdrop, дискаунт и даулакапы. Дискаунты и даулакапы можно приравнять к обычным IO, к которым мы все уже привыкли. Но самое интересное в Gate.io это airdrop. Там нам дают токены бесплатно. И мы даже не платим за комиссию. А в airdrop нам нужно купить этот токен. И это большой плюс. И, конечно, есть некие условия, про которых я расскажу в других частях чуть поподробнее, чуть позже. Но чтобы принимать участие в этих аирдропах, тебе нужно зарегистрироваться на Gate.io. Это можно сделать по ссылочке в описании. Там ты получишь бонусы, а именно скидки к торговым комиссиям. Это очень круто. В стартапе от Gate.io листится очень много монет, но от этого можно не заработать. Это значит, выбирайте проект правильно, читайте, изучайте все проекты, которые тебе интересны. И ты думаешь, что с ними можно заработать. Когда я делал этот ролик, я узнал много информации и довольно устал. А лучшая мотивация для меня делать дальше ролик, это твой лайк. Спасибо. Давайте посмотрим некоторые проекты, которые уже закончились. Например, Biswap, он очень интересный. Biswap является первой децентрализованной биржей платформы цепочки BNB с тремя типами рефералов. Самой низкой комиссией за транзакции платформе на рынке, собственной торговой площадкой NFT и собственной игрой NFT. И еще один проект, про него мы говорили в прошлом ролике, Axie Inu. На него поучаствовало 19 949 человек. Кстати, в Biswap примерно столько же участников. Теперь давайте разберем, что такое non-national и international. Надеюсь, сказал все правильно, подправь в комментариях. И National, это значит, что крипта нигде до этого не листилась и не продавалась. Например, Кейли Сиди. Он ранее нигде не продавался и не листился. А Нуни National, это значит, что токен раньше продавался. Например, тот же Biswap. Biswap продавался много где и листился. Значит, и National раньше нигде не листился, а Нуни National не первый раз, когда он листится или продается. На этом первая часть подходит к концу. Спасибо, что посмотрел. Спасибо, что посмотрел ролик. Переходи на мой канал, там вышел мой ролик. И подпишись с колокольчиком, чтобы не пропустить другие части про стартап. И еще раз напоминаю, что у нас есть плейлист, где собраны все ролики про Gate.io. Их около там 50. И они все очень интересны. Подпишись на телеграм Gate.io, на наш телеграм-канал, точнее Ростиксона. Регистрируйся по нашей ссылке в описании, так ты получишь бонусы. Будьте осторожны и пока.